Время подведения итогов, определение вектора дальнейшего развития. В зале театрально-концертного центра «Щелковский театр» состоялся ежегодный отчет главы городского округа Щелково Андрея Булгакова. Перемены к лучшему, которые видят жители, результат общей работы целой команды неравнодушных к судьбе округа людей. Это особо подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев во время прямого включения. Мы часто, вы, наверное, обратили внимание, в своих выступлениях, встречах декларируем, что в команде силы. Ключевое – это доверие, это желание достичь следующих перемен путем объединения общих усилий. И я очень надеюсь, что и в сегодняшнем зале, и те, кто нас смотрит онлайн, разделяют эту позицию. Щелковский городской округ весьма сложный. Там и дальше мы будем делать все, чтобы в разных сферах обеспечить изменения и прорывы. Перед тем, как начать доклад, глава округа Андрей Булгаков обратился к военнослужащим и их родным, семьям мобилизованных и бойцам. Руководитель муниципалитета поблагодарил за стойкость и мужество людей, которые сегодня самоотверженно исполняют свой долг в зоне специальной военной операции. Особенно приятно видеть в зале знакомые лица родственников, мобилизованных, военнослужащих, людей, вставших на защиту нашей Родины. Хочу отметить положительную конструктивную работу центра по помощи мобилизованным семьям. Я как мама мобилизованного сына хочу отметить их конструктивную работу по тому, как помогали моим детям, по тому, как постоянно держали на контроле все вопросы. Услышать каждого и решить проблемы вместе. Только в открытом диалоге власти с населением возможно найти выход из самых непростых ситуаций. Более 170 личных встреч провел глава округа за год, не считая обходов территории выездных администраций и еще 780 заместителей главы. Наш способ говорить с каждым в ежедневном формате и вместе работать на результат – это муниципальный центр управления регионом. Только за прошлый год через портал «Добродел», соцсети и другие платформы мы получили более 42 тысяч обращений. 3 года лидерства Щелково уверенно занимает высокие позиции в регионе вот уже несколько лет подряд. Для развития муниципалитета уже сделано многое, а дальше больше. Мы знаем, что уже не первый год Щелково является лидером во всех рейтингах, всех показателях. Люди видят эти перемены. Мы сегодня тоже вот здесь в театре проводится отчет, а мы здесь проходим мимо сквер, который совсем недавно благоустроен. Поэтому, конечно, это то, чем люди пользуются каждый день. Строятся новые школы, детские сады, ремонтируются старые сооружения. Мы работаем в едином ключе. Главное, что выбираем именно те животрепещущие вопросы, на которые направляем и финансы, и усилия. Высокие показатели в разных сферах – результат работы профессионалов. Основа экономики городского округа – промышленное производство. В условиях санкций предприятия не только справились с поставленными задачами в непростое время, но и сделали большой шаг вперед, добились высоких показателей импортозамещения. Темпы производства, возможности растут. Наше участие, оно существенное, потому что та продукция, которую выпускаем мы, она создает настроение на территории округа. ЖКХ, благоустройство, строительство, экономика, экология, спорт, культура, образование, молодежная политика, медицина. За год удалось реализовать многие проекты по самым важным для округа направлениям. Распахнули свои двери 2 новых общеобразовательных учреждения. Корпус лицея номер 7 на улице Шмидта и школа номер 11 имени Титова. Еще 2, школы номер 20 и 26, капитально отремонтированы по президентской программе. За этот год столько сделано нашей администрацией для нас, для жителей города, что не увидеть этого просто невозможно. Строятся школы, детские садики, много детских площадок. Благодаря поддержке губернатора удается справиться с вызовами времени, реализовать важные проекты, новые учреждения социальной сферы, благоустроенные точки притяжения, передовые медицинские центры, в частности, Щелковский перинатальный центр. Городскому округу есть чем гордиться, но самая главная ценность – те люди, которые здесь живут и трудятся, вносят вклад в развитие родной земли. Увеличили количество родов на 45% сегодня. Ежегодно почти 7 тысяч малышей рождаются в стенах перинатального центра.
День ото дня муниципалитет преображается, совершенствуется на глазах. Прямо сейчас идет строительство новых социально важных объектов. Возводятся долгожданные школы в новом городке и в микрорайоне Финский. Модернизируются существующие учреждения. Завершается масштабная модернизация межрайонных очистных сооружений. Время действовать, повышая уровень качества жизни. И городской округ Щелково уверенно смотрит в будущее. Вектор развития определен. Вместе мы сможем все. 3 года лидерства – это про нас, про каждого в этом зале. Щелково было, есть и будет примером для подражания лучшим округом во всем регионе. С такой командой, которая собралась у нас сейчас, при поддержке губернатора, в одной связке с жителями гарантирую, что все получится. Только вперед! Анна Балиет, Виктория Мельник, Александр Оржевский, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.